Всем привет! На телеканале «Домашний» выходит новый мелодраматический сериал под названием «Сколько стоит любовь?». Гувернантка Катя потеряла работу после того, как вмешалась в отношения своих хозяев и расстроила их свадьбу. После этого она заключает фиктивный брак с состоятельным и влиятельным мужчиной, который хотел отобрать право опеки над сыном у бывшей жены. Став супругой Данилова, Катерина внезапно оказывается в круговороте событий. Все начинается с приезда свекрови, перед которой пришлось вместе с Олегом играть влюбленную пару. Премьера 4-серийного сериала «Сколько стоит любовь» состоится 28 марта на телеканале «Домашний».